Привет, я инженер, и я хочу поиграть с тобой в одну игру. На канале было два видео про уран, и вы часто спрашивали и задавали мне один и тот же вопрос, а что будет, если подержать уран в руках? Вот здесь, вот в этом пакетике, у нас уран, который мы использовали в экспериментах. Здесь у нас счетчик Гейгера-Мюллера. Чтобы доказать, что это действительно уран, давайте проверим. У нас здесь пинцет. Откроем пакетик. И достанем сам уран. Ну, в общем, включаем счетчик. Уран. Возвращаясь к вопросу, что будет, если прикоснуться, подержать в руках уран. Поднеси ближе камеру. Это уран. Проверим еще раз. А теперь, внимание, вопрос. Сколько лет осталось жить инженеру? И какие последствия его ожидают? Ваши варианты пишите в комментариях к видео. Ответ мы узнаем через неделю. Если время жизни инженера окажется меньше недели, то для вас ответ, видеоответ проведет Саша Рыжов. Ну и самые лучшие комментарии мы зачитаем. Вот, а теперь покажи, как мы снимали. Это Макс. Ну и самое главное теперь помыть руки с мылом и содой как следует. Берем соду. Мы держали в руках уран. Чтобы нам хорошо отмыть руки. Надо хорошенько, хорошенько помыть. Правильно? Конечно. Конечно. Руки вообще всегда мыть надо. Так что вот. Ваши варианты пишите в комментариях. Ну и не забывайте подписываться, ставить палец вверх и рассказывать друзьям, где вы еще видите такого инженера. Пока!